Вытягиваем позвоночник. 6, 7 и выпрямились. 8. Все начинается с разминки. Занятия на свежем воздухе проводятся так же, как и в спортзале. Упражнения на гибкость – главная составляющая в художественной гимнастике. Выполнить наряду с мастерами спорта махи, наклоны и стойки решили и отдыхающие. Елена Ивлева недавно приехала на курорт из Челябинска. Сама занимается плаванием. Говорит, утренняя гимнастика, да еще и у моря, очень полезна для здоровья. Я стараюсь приучить себя, чтобы это было постоянно. Это не сложно, если делать постоянно, просто глядя за профессиональными людьми, но хочется как бы соответствовать такому же уровню. Сначала воспитанницы второй спортшколы Олимпийского резерва выполняли несложные упражнения, а после показали свое мастерство с предметами. Конечно, здесь наши жители не смогут, к сожалению, за ними повторить, но посмотреть, я думаю, для них это будет интересно, зрелищно. Зрелищными были и показательные выступления воспитанников отделения УШУ. Эти спортсмены завоевывают первые места в Южном федеральном округе. Призеры первенства России, победители первенства Европы продемонстрировали захватывающее владение мячами. Мы практикуем работу с тремя видами мячами. Это дао, широкая сабля, дзянь, прямой двусторонний меч, который с двух сторон имеет острую поверхность, и наньдао, тоже широкая сабля, больше как бы она идет, подходит для мальчиков, которые имеют такой силовой аспект работы. Узнать тонкости владения мячом могли все желающие. Некоторые гости курорта всерьез заинтересовались этими двумя видами спорта. Это и была главная цель мастер-класса – привлечь к здоровому образу жизни как можно больше людей. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.